Все, запись пошла. Ой, давно не виделась с вами, давно не рассказывала ничего, уже подкопила интересную информацию. Сегодня хочу вам донести. Скажите, как у вас настроение сейчас? Да, смотрю, у многих, у кого-то есть погода, у кого-то нету погоды. Вот поделитесь, пожалуйста, как вы себя сегодня чувствуете, какое у вас настроение? Отлично. Давайте еще, пожалуйста, покажем географию нашей экспресс-карьеры. Поделитесь, пожалуйста, с какого вы города, с какой страны, откуда к нам пожаловали. Да, меня зовут Марина Брыкайло, я с города Одесса. У нас сегодня хорошо, тепло. Как девочки в директорском чате писали, да, сегодня все выпускники со школы, да, все закончили уже эту школу, слава богу, да. Всех поздравляю с последним звонком. Теперь можно нормально отдыхать и работать, да, уже не бегать туда-сюда за детьми. Вот, спасибо, что вы пишете, да, точно, ура, каникулы, да, наверное, больше мамы кричат, да, чем дети, вот, те, кто уроки делают. Вот, спасибо за вашу обратную связь, вижу, у нас география большущая, да, со всех уголков бывшего СНГ, можно сказать, со всех стран, и вот и Одесса у нас есть, вот, поэтому, друзья, сегодня у нас будет такой немножко креативный вебинар, и я хочу, да, чтобы вы немножко поучаствовали вместе со мной. Вы знаете, в бизнесе очень важно, да, иметь видение. Всегда, чтобы к чему-то прийти, да, необходимо знать, куда мы идем. Потому что если мы не понимаем, куда мы идем, нам очень сложно идти, да. Вот, то есть должна быть точка А и точка Б. Точка Б – это то, куда мы с вами попадем. Поэтому сегодня хочу попросить вас активно сейчас, особенно в первой половине вебинара, да, участвовать. Мой вебинар будет направлен в первую очередь для новых наших партнеров, для наших дорогих новичков, да, потому что те уже, кто с нами дольше, они уже знают, да. Ну, смотрите, если там у кого тихо, у себя рычажок еще, микрофончик сделайте погромче, да. Ну, а вообще так, поставьте мне по 10-бальной шкале, да, сколько, какой звук, да, по 10-бальной. Сейчас мы посмотрим просто 10. Ну, отлично, у меня новый компьютер, в принципе, должно было быть все нормально. Да, у кого там рычажок есть внизу, микрофон, поставьте. Можете себе отключить видеопоток, тогда, может, будет лучше вам слышно, если интернет слабенький. Спасибо, дорогие. Итак, смотрите, получается, что нам для того, чтобы прийти к какой-то цели, обязательно надо немножко, да, просмотреть вот эту дорожку, вот. И особенно сложность всегда возникает для наших новых партнеров, да, потому что пришли, пока ничего не ясно, много информации, ничего не понятно, и в таком духе. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас сегодня новые партнеры, то есть те люди, которые в проекте находятся где-то месяц, два, ну полгода, да, то есть вы пока еще просматриваете информацию, да, но вы еще не решились активно действовать, да, и поставьте плюсик и далее напишите, да, спасибо, дорогие, вот, все, новички, это просто, говорю, это как наши детки, вот, мы вас очень любим, и мы очень хотим, чтобы у вас все получилось на самом деле, поэтому вот этот вебинар, я постараюсь его не затянуть, конечно же, но надеюсь на вашу активность, да, вот, чтобы этот вебинар вы могли давать своим новым партнерам, он такой будет немножко в форме игры, и вот, когда я вот это увидела, вот эти слайды, которые я вам сейчас покажу, для меня очень многое стало понятно, и сейчас уже, да, свои следующие цели, свои следующие мечты я прокладываю, да, я стараюсь увидеть в очень многих сегментах, в очень таком ракурсе 3D, 5D, да, потому что это очень интересно, очень захватывает. Поэтому этот вебинар в первую очередь для наших новых партнеров, но и для тех партнеров, которые тоже где-то, может, застряли на каком-то уровне, да, и не могут дальше двинуться, вот, поэтому тоже это будет для вас полезно, вот. После этого вебинара вы по-другому посмотрите на компанию Oriflame, на экспресс-карьеру, на себя, возможно, на бизнес в интернете, вот, поэтому, да, страшно, да, начинать страшно, вот, поэтому сегодня я вам нарисую такую картинку, да, я вам покажу то, что вас ожидает, да, в этом проекте, чтобы вот то, что вас ожидает, вы больше это видели и не видели вот этих препятствий, своих страхов, своих сомнений, и просто вот как на вот этом зонтике взлетели и добрались к своим целям.
Поэтому, друзья, наш фокус внимания, наши глаза, мы привыкли, да, есть такое выражение в природе, да, в народе, можно сказать, да, что дальше своего носа не видишь, да. Вот, наверное, слышали часто такое, что, например, человек говорит, ну, ты дальше своего носа не видишь. То есть, как говорится, вот так вот мы видим, да, и все. И дальше мы как-то не задумываемся, нас никто об этом, этому не учил, да, нас никто не рассказывал, что надо дальше как-то смотреть что-то, да, что может быть в будущем, да, да, ну, не в плане там какие-то чудеса, да, вот, а вообще просто рационально просмотреть, да, вот данная информация, к чему она может привести, да, вот. Поэтому сейчас вот будет такой тест для нас с вами, он расширит сознание. Что такое расширение сознания? Это когда, например, вы на одни вещи смотрели по одному, а вот что-то случилось, вы знаете, говорят, нельзя поменять жизнь за один день, да, но можно поменять свое мышление за один день, за одну секунду, за какой-то один, за какой-то один какой-то вебинар, за какую-то информацию одну. И вы меняете свое мышление, да, ваше подсознание включается немножко по-другому, оно начинает работать, и вам открывается совсем все по-другому, вы начинаете видеть совсем намного шире. Может быть какой-то дискомфорт, смотрите, после вебинара, особенно для новых партнеров, когда вы поймете, что в принципе, ну ничего такого сложного здесь нету, да, будет какой-то дискомфорт, потому что все-таки делать надо, да, потому что, чтобы чего-то достигнуть, да, необходимы действия, без действий никуда, необходимо обучаться, необходимо действовать. Но у вас уже будет видение, и вот, вот этот дискомфорт какой-то, он пройдет. То есть, чтобы вы тоже на это нормально реагировали. Тоже как расширяется видение у лидеров уже, да, когда вы попадаете на банкеты менеджеров, когда вы попадаете на банкеты директоров, вам компания показывает, что можно еще вот так, а еще будет у тебя вот так, а еще вот у тебя будет частный самолет, вы на нем, мы на нем прилетели, да, и вот можно вот так еще отдыхать. То есть у нас такой бизнес, да, что нас вытягивает с вот этих коробочек. Мы все сидим в определенной зоне комфорта. Вот. Мы все сидим в определенной коробочке, в которой уютно, а мы видим вот только вот эту одну картинку, и сложно, да, увидеть дальше. Поэтому вот сегодняшняя задача моего вебинара, да, показать вам дальше, и чтобы вы это просто посмотрели. Понравится, вы сможете это всего достичь. Ну, я думаю, что понравится всем, да. Другое дело, что это вам придаст энергии, и вы сможете более осознанно, да, потому что если ты более осознанно двигаешься, у тебя более лучше все получается на самом деле. Итак, поэтому смотрите, сейчас давайте сконцентрируемся все вместе. Сейчас будут идти слайды, картинки. Мне надо будет от вас, чтобы вы быстро реагировали и смотрели, что будет дальше. То есть я вам показываю одну картинку, вы смотрите и говорите, что это такое. Да? Вот. И придумывайте, фантазируйте, что вам будет идти в вашу голову, вот то и пишите. Хорошо? Давайте тогда сосредоточимся и вместе начинаем. Вот первая вот такая интересная картинка. Как вы думаете, что это такое? Варианты. Варианты, что это такое? Так, корона, огонь, корона, спина дракона, так, огонь. Хорошо, морская звезда, отлично, спасибо. Да, у меня немножечко чат с опозданием на парочку секунд, да. Молодцы, спасибо, очень классно реагируете. Да, видите, оказался это петух, да, гребешок петуха. Кто-то, да, отгадал, да, вот кто-то уже, кто-то увидел, да, это. Так, смотрите, здесь что дальше? Здесь, в принципе, такой задачки нету, да? Смотрите, что сейчас будет дальше происходить, вот. То есть, сейчас я, а потом я вам проведу аналогию с нашим проектом. Видите, вот, вот что получилось. Как вы думаете, что может быть дальше? Что еще может быть дальше? Вот видите, вот такая картинка. Что еще может быть дальше? Где эти дети сидят? В доме, вот, вот красивый двор, дом, вот, пошло, вот, вот, молодцы, отлично. Так, дальше. Вот, видите, уже многие увидели, да, вот, вот уже вот такая вам картинка попадает, да. Куры, дом, дети, дом, отлично. Так, сказка. Так, что еще дальше может быть? Что еще может быть? Сад, да. Вы давайте, выпишите варианты, вот все, что идет в голову, выпишите варианты, я буду потихоньку листать, да. Смотрите, вот уже вот такой обзор открылся нам, здесь уже деревня, оказывается, что там домов несколько, да. Огород, село, вот, вот, земной шар, уже кто-то пошел совсем далеко, отлично, так, смотрите, что дальше происходит, вот,
Оказывается, здесь девочка играется игрушками. Так, ферма, да? Девочка играется фермой. Так, дальше пошли. Так, девочка играет за столом, сидя на стульчике. Так, вот здесь тоже есть подсказка на этой картинке. Что еще? Это может быть дальше, как вы думаете? Вот это все нарисовано на чем? Рисунок, да, картинка, рисунок. Правильно. Оп, смотрите дальше. Дальше мужчина держит этот рисунок в руках. Так, что еще дальше может быть? Что еще может быть? Вон сидит мужчина, отдыхает парень, где он отдыхает, как та картинка, пляж, дальше больница, море. Так, вот, да, правильные варианты. Многие, да, вот смотрите, отдыхает парень оказался, парень отдыхает, картинка в руках. Так, где он отдыхает? Корабль, правильно, молодцы. Видите, вот у вас уже вы пошли, вы уже поняли вот эту логику, уже пошло, да? Дальше, что еще здесь есть у нас? Яхта, отдых на яхте, все верно, корабль, океан. Так, что дальше у нас? Где это все нарисовано? Где-то все нарисовано, это яхта. Так, море, так, смотрим дальше. Нарисовано это все, на чем это все дело нарисовано? На автобусе есть правильный ответ, да. То есть поняли, да, друзья? Пошло уже, видите дальше, как это все дело происходит. Все, дальше это все на автобусе, отлично. Дальше. Так, кто-то смотрит, от чего смотрит кто-то на этот автобус? Город, машина, с машины смотрят. Телевизор, вот правильно было, да, правильный ответ. Кто смотрит? Кто смотрит из авто, автобус, ну, так, Нью-Йорк, здесь пошли уже варианты, да, вот смотрите, вот такой дядя сидит, телевизор смотрит, так, пустыня, да, правильно, так, дальше идем, пустыня, Аризона, так, дальше, все, а вот это все было, оказалось, было все на конверте с письмом, да, смотрим дальше, кто держит. Письмо, океан. Дальше держит Африка, держит мужчина. Так, мужчина держит, кто-то на них смотрит. Кто смотрит, откуда смотрит, индейцы. Так, откуда смотрят, пустыня, да, смотрят, смотрите, самолета. Самолет летит свысока, да. Вот, свысока, дальше, здесь уже были правильные ответы, путешествия, планета Земля, и мы во Вселенной на планете Земля. Вот такие слайды. Как, друзья, вам понравилось вообще? Вы поняли, да, что я вам хотела этим сказать? Да, понравилось? Я когда тоже увидела первый раз вот эти слайды, большая благодарность, это есть замечательный тренер в Украине Елена Тарарина, я у нее обучалась, вот, и она вот эти слайды мне подарила. Вот, поэтому, когда я увидела, для меня, вот действительно, бывает очень часто, вам кажется, что сейчас какая-то ситуация, или какое-то горе в семье, или какая-то проблема, или вам кажется, что вот, ну не получается, вот застрял там на 6-9%, и вот все, не иду дальше. А Вселенная, да, мы все частичка Вселенной, мы сюда пришли с какой-то миссией, да, мы сюда пришли не просто так жить, у нас с каждого есть задача какая-то своя, вот, и нам показывает Вселенная, все силы показывают, что, может быть, вот эта тебе ситуация дана для того, чтобы ты что-то другое понял, да, вот эта тебе ситуация дана для того, ты потом это увидишь, что это было хорошо, что это для тебя было благо, вот, поэтому старайтесь в жизни, да, на весь негатив, на все, что есть, может, то, что вам не нравится, смотреть как на свое развитие, как на свой личностный рост. Вот. И вы видите, что картинки меняются. Сегодня это одно, завтра это все выливается совсем в другое. Вот. И потом это все постоянно кардинально меняется. И сейчас очень быстрое информационное время, информация очень скоростная. Поэтому учитесь, да, прорабатывать быстро информацию. Потому что просто скорости бешеные, они каждый день ускоряются. Так, дальше. Да, поверить в себя и идти, и к чему-то мы обязательно придем. Дальше, конечно же, у меня с вот этими картинками, вот эту аналогию ее можно проводить к всему. Например, там у вас, вам муж ваш не нравится, или жена ваша не нравится. Вы смотрите, говорите, боже, какой у меня муж плохой. Но вот если посмотреть, да, муж нам тоже зачем-то дан, чтобы мы какие-то свои
черты, да, какие-то проработали свои уроки, также жена, вот. И каждый из нас, да, это частичка Вселенной, это частичка чего-то единого, целостного. Вот, поэтому мы для друг друга и ученики, и учителя. Поэтому я сделала дальше слайды по нашей работе, потому что очень часто, да, когда люди приходят, они видят обычно первое слово, они видят обычно, да, что-то Орифлейм, и уже все, сразу видение прекращается. Поэтому какая сложность в нашей работе, да, вообще вот построение нашего бизнеса, да, это показать людям, вдохновить и показать людям, что смотри дальше, у тебя будет это, превозойди себя, да, сделай это, сделай дальше, посмотри, что тебя ждет, вот, поэтому это задача любого лидера, да, показывать человеку, он не верит, поверьте, что новички, когда приходят, вас, ваши наставники, ваши спонсоры верят намного больше, да, ваш потенциал, потому что я знаю, что в каждом человеке есть потенциал, который откроет, да, вот внутри вот эти ваши все резервы, да, всю вашу энергию, которую вы сможете направить в этот бизнес и достигнуть самых невероятных высот. Поэтому смотрите, что у нас происходит в нашем проекте, да, приходит человек, да, мы с вами ему информацию, вот, информация, да, экспресс-карьера. Человек сначала заинтересовался, да, что это такое, да, проходит такой, можно сказать, фильтрация, да, отбор естественный, так как в природе естественный отбор, также и здесь. Поэтому для тех новичков, кто с нами сейчас, да, я хочу показать вот это видение, вот, чтобы вы не остановились на первой картинке или на второй картинке, а вы пошли дальше. Вы пошли дальше и вы увидели дальше. Что дальше за экспресс-карьерой? Да, многие видят слово «Орифлейм», вот это слово «Орифлейм», которое, да, делает большущий фильтр. Людей, которые очень скептики, люди, которые не открыты к новым возможностям, люди, которые живут, в принципе, по стереотипам, то есть, если я вот это вот знаю, это плохо, почему-то я так решил, потому что где-то что-то кто-то сказал, тогда, значит, да, это не мое. Вот. Кто-то говорит, классно, компания Oriflame, да, я хочу, я попробую, мне интересно, что там дальше, как минимум, да, люди начинают продвигаться, смотреть, что же дальше. Мы им помогаем, да, в наших рассылках, да, для новичков, если это новички, вот. Почему люди так реагируют? Вы знаете, это сложно сказать в том плане, что есть стереотипное мышление. Вот видите, вот я вам на вот этих слайдах, которые раньше показала, да, то есть вот, например, петух, вот человек видит вот этого петуха, и больше он дальше ничего не видит. Он не может посмотреть, что этот петух может быть, да, там, на крыше дома, или на него могут смотреть дети, или что-то еще. То есть, и поверьте, что вот это мышление стереотипное, оно закладывается генетически, оно закладывается государством, потому что так выгодно управлять массами. Потому что если человек сам может разобраться, захотеть разобраться, он увидит дальше, всем это дано, у всех это есть, вот. Но просто телевизор, вот вообще вся информация, которая нам попадает, нам же информация попадает в голову, мы не фильтруем, да, много информации попадает, потому что так кто-то другой хочет. Когда мы уже становимся свободными людьми, мы начинаем фильтровать информацию, мы говорим, вот это я хочу смотреть, вот это не хочу смотреть, это мне надо, это мне не надо. Но это люди уже могут, которые более осознанно живут по жизни. А в основном, ну, телевидение делает свое большое дело, да, вот, нехорошее, можно сказать, да. Да, поэтому здесь в том-то дело, что те люди остаются с нами, которые могут видеть перспективу, это очень важно, которые могут видеть дальше. Вот, поэтому кто-то увидел просто каталог, кто-то решил, что надо бегать с каталогами, и на этом все закончилось. А кто-то себе решил, что почему бы нет, я тоже, если даже какой-то дополнительный доход, я возьму каталог, когда-то там или раньше работала, или кто-то приносил, да, я смогу заказывать себе через каталог, и человек увидел скидку, да, то есть человек увидел, что можно зарабатывать только разницу на продажах, и больше он дальше не увидел. Вот, хотя мы показываем выгоды, да, но вот многие дальше просто не видят. То есть это надо к этому просто относиться нормально. То есть многие не видят, потому что не хотят видеть. А почему не хотят? Потому что действовать надо. А не действовать и жаловаться все-таки проще, да, чем действовать. Вот. Поэтому кто-то дальше увидит у нас
уже начнет сравнивать основная работа или компания Oriflame. У каждого проходит свой этот путь созревания, да, много мы по нашим историям это видим, да, что человек пришел, год смотрел, присматривался, вникал, да, в эту работу, а потом начинал уже активно действовать. Кто-то приходит сразу, начинает понимать и сразу начинает активно действовать. Вот. Но самое главное остаться, даже если вы что-то не понимаете еще на данный момент, если вам кажется, что пока вообще ничего у вас не получится, просто останьтесь, просто будьте в этом информационном поле. Вот это информационное поле, оно будет для вас полезным, чем там реклама, телевидение, новости и так дальше. Вот это вам принесет пользу для вас, для вашей семьи, для ваших детей. Вот. А то, что там показывают, то такое. Или поразвлекались, да, или напугали еще больше, что вообще ничего делать не хотите. Вот. Да, вот поэтому здесь надо объяснять наша задача, да, маркетинг, не маркетинг, надо все показывать, что не только в маркетинге здесь вопрос, да. Вот, конечно, каждый человек будет выбирать по-своему, да, много есть разных таких компаний, как наша, скажем так, как люди там преподнесут, туда люди пойдут, как мы преподнесем, так и к нам пойдут, вот, но на данный момент, да, я считаю, что, дело в том, что я поменяла несколько компаний, и на данный момент одна из самых стабильных компаний, это, конечно, компания Oriflame, и компания, которая делает такие поездки, ну, сейчас, друзья, ну, подскажите мне, вот много в интернете есть других проектов, где вы видели фотографии с поездок, вот каких компаний вы видели фотографии с банкетов директоров, с поездок за границу, с поездок менеджера. Вот я уже тоже 4 года я в интернете нахожусь, да, вот 2,5 года в экспресс-карьере, я только вижу компанию Oriflame, да, пусть не наш проект, другой проект, но только от компании Oriflame идут поездки, банкеты, фотографии, я больше не вижу других, вот, ну скажите, кто видел, скажите мне, кто видел. Поэтому вот вам и доказательства, кто отдыхает, кто премии получает, где вы видели премии других компаний. Где вы видели премии, чеки, фотографии с чеками? Я лично не видела. Я говорю, я сетевик с опытом. Я почти 10 лет в этом бизнесе. Вот. Ну, вот ваши ответы на ваш вопрос. Вот. Так, ну это будут говорить, понимаете, чем мы занимаемся, да, должна быть ваша позиция. Я знаю, что я занимаюсь здесь тем, что даю возможность людям, да, я даю возможность людям и показываю им, что если ты хочешь хорошо жить, пожалуйста, я тебя обучу, я тебе расскажу, я помогу, наша команда тебе поможет. А если ты не хочешь, это твои проблемы, вот и все. То есть как вы себя поставите, в каком статусе вы себя поставите. Вот, пропаганда это, ну, это совсем, конечно, такое, знаете, не к этому бизнесу относится, это вот депутаты, там пропаганда, да, рассказали, что все хорошо, что завтра вам зарплату повысят, пенсию повысят, все в этот сладкий мед поверили, и все сидят, ждут дальше, вот, да. То есть, поверьте, если у вас, вы вот, да, вот эти даже вопросы задаете, вы хотите ответа на них, да, вы хотите подтвердить свои какие-то сомнения, вот задавайте вот эти вопросы, да, задавайте спонсорам своим, чтобы вы вот свои сомнения вот эти развеяли. Когда вы их развеете, у вас будет чистое сознание, вы сможете нормально идти к людям и работать. Потому что представляете себе, знаете, вот я сейчас, когда работаю, представляете себе тысячи людей, которые вам благодарны, тысячи людей, которые говорят спасибо, что ты помогла, что ты рассказала, какой-то твой вебинар посмотрела там или в команде, или не в команде моей, да. Представляете улыбки людей, которые вас благодарят. Вот, вот и все. И вот такие люди, которые ищут эту возможность, они к вам будут приходить. Так, дальше там пропустила вопрос. Смотрите, дальше что? Дальше, если уже человек внедряется, он начинает понимать, что все-таки да, это хорошо, это бизнес в интернете, потом мы показываем нашу суперсистему. Пожалуйста, если ты пока переживаешь, думаешь, что у тебя что-то с ним получится, тебе помогает твой наставник, тебе помогут поначалу людьми, пока ты еще вникаешь, уже твой магазин, наставник помогает заполнять активными партнерами и клиентами. Вот ты начинаешь строить вторую веточку, и, пожалуйста, ты станешь скоро золотым директором. Вот, то есть если человек читает письма, смотрите, дорогие новички особенно, здесь обучение не в том, что вам будет наставник звонить и каждый раз рассказывать. Это очень тяжело физически, потому что если у вас в команде там сначала 1-2 человека, это ничего. Но когда у вас уже 100 тысяч людей, просто физически рассказать всем, это невозможно. Поэтому для себя максимально внимательно читайте каждое письмо. Каждое письмо, оно стоит, поверьте, оно уже принесло тысячи, десятки тысяч долларов нашим партнерам.
Вот, читайте каждое письмо, смотрите каждое видео. Это все этот контент, который мы для вас создавали, вот эти все письма, которые создавали ваши наставники, спонсор, это не просто газета, да, или какая-то там, ну, такая, да, ну, захотел, почитал, захотел, не почитал. В каждое письмо вкладывалась энергия, чтобы вам, чтобы вы разобрали, чтобы вы поняли, что да, здесь можно, вчитывайтесь. Вот все, что там пишется, все, что рекомендуется, это уже тысячи людей прошли этот путь, уже достигли результатов и идут дальше. Точно так же, как и другие прошли, так же и вы пройдете. Просто надо здесь внимательно читать и внедрять в свою работу. Просто читать, посмотреть и сделать. Все, ничего сложного нету, да? Сложно от слова «ложно». Знаете, да, эту формулировку? Сложно от слова «ложно». Если вы себе говорите, что это сложно, вот, ну, вы сами себя обманываете. Потому что я не считаю, что письмо прочитать – это сложно. Или посмотреть видео, повторить за спикером, что это сложно. Это не сложно. Здесь уже вопрос «хочу, не хочу». Здесь вопрос в целях. Да? Вот, опять же, все в целях. Дальше. Что у нас дальше? За что платит компания Oriflame? Да? За предоставление рекламно-информационных услуг, за увеличение товарооборота. Да? Заметьте, мы не говорим, что здесь надо продавать, и мы об этом постоянно говорим. Но когда человек приходит, все почему-то решают сами для себя, что надо продавать, да? 80% людей. Вот. Поэтому надо это постоянно проговаривать. Да? За наличное потребление, да, за то, что каждый день люди чистят зубы, мы получаем деньги. Люди будут чистить зубы постоянно, всегда, пока существует планета Земля, люди будут чистить зубы. Каждый день у нас, смотрите, 80% в нашем проекте это мамочки в декрете, да, все-таки 80% где-то у нас женщины, которые родили, да, пришли в интернет, я тоже мамочка в декрете, у меня двое детей, я начала искать какую-то подработку, вот. Скажите, мамочки перестанут рожать, девочки перестанут взрослеть, да, выходить замуж, рожать детей? Не перестанут. Каждый день тысячи, здесь миллионы, миллионы мамочек новых рожают детишек, да. Приезжают с роддома, поиграли с детьми, садятся в социальные сети, им начинается, им скучно, да, потому что была активная яркая жизнь до декрета. Вот они садятся в интернет, начинают искать работу. Этот процесс невозможно остановить. Вы поймите, если вы не захотите это делать, это будут делать другие постоянно, десятилетиями еще и будут зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать. Потому что такая работа нужна будет всегда через интернет, да, где вы можете это все создавать дома в комфортных условиях. Поэтому всегда знайте себе, даже если у вас вот эту идею, надо уловить идею бизнеса, если вы уловите идею бизнеса, вы пройдете через все испытания, вы пройдете через все преграды, получается, не получается, страхи там и все такое, да, вы через это все пройдете, если вы будете держать в себе эту идею бизнеса. Пока люди чистят зубы, вы можете зарабатывать. Все. Дальше. Три действия. Пользоваться продукцией, рекрутировать, приглашать людей, да, и обучаться. Все очень просто. Суть работы, да, зарегистрировались, дальше получайте личный готовый сайт для работы, создаете странички в социальных сетях, получаете ссылку на сайт да, свою, да, вашего наставника, дальше люди по ссылке регистрируются, вы их рекрутируете уже в свой проект, в свой магазин, да, и лично приобретаете продукцию. Все, все очень просто, все очень просто, не надо, как говорится, придумывать велосипед. Дальше, еще один камень преткновения, когда люди говорят, я не буду брать ваш Oriflame, да, я не хочу, да, делать для себя, да, это ж надо вкладывать, да, вот такое очень часто слышишь. Друзья, ну смотрите, если вы вот просто, ну мы же все взрослые люди, я вот, ну конечно, я удивляюсь всегда этому, но каждый раз надо объяснять, это нам за это платят деньги. Мы все взрослые люди. Если вы не будете в этом проекте, никто вас трогать не будет, ну не будете вы в Oriflame, ну не будете в экспресс-карьере, вы что, перестаньте чистить зубы, да, или мыть голову, или пользоваться кремом. Ну не перестанет, да, не перестанут люди это делать, они все равно это будут делать. Поэтому вы все равно будете на это тратить деньги, да, вы все равно будете это покупать для себя, потому что, ну все мы привыкли быть чистыми, хорошо пахнуть и так дальше. Вот, с 2000 наименований можно что-то выбрать. Вы знаете, есть компании, у которых монопродукт, например, какой-то один продукт. Вот, например, я раньше работала, был продукт кофе. Его надо было все равно доделать 50 баллов товарооборот, да, покупать вот это кофе. Вот одно кофе. И ничего, все покупали, потому что знали, что если будет личный товарооборот, значит, будет расти бизнес. Не будете вы его делать, не будут ваши люди его делать. 150 баллов. Уже сколько в интернете вариантов, как сделать 150 баллов, это вообще не вопрос. То есть, если вы просто загорите с этим желанием, да, вы сделали интернет-магазин,
в Одноклассниках, ВКонтакте, в Инстаграме, у вас будет не 150, у вас будет 300, 500, 600 баллов получаться личных. Легко. Сколько информации, как это сделать? Здесь же, опять же, вопрос в ваших целях. Если вы дальше увидите, да, ваши цели, да, те желания, которым вы идете, вы сделаете это легко и просто. Найти 2-3 клиента, которые будут у вас, да, делать совместную закупку. Вот и все. То есть вот этот камень преткновения, который говорит, нет, я не буду там делать 150 баллов. Ну не делайте, но другие сделают. И другие сделают, поедут отдыхать в круиз в 2017 году, будут на корабле кататься, кушать вкусную еду. Да. Ну не хотите, ну никто ж... Тут такое дело добровольное, да? Вот, то есть, смотрите, Google, как нас учат, и наши наставники, директора, Google, YouTube знают все. Вот все, хотите стать директором за месяц, вам он расскажет. Хотите сделать 150 баллов, вам YouTube все расскажет и покажет. Но, смотрите, вот самая главная стадия, да, где надо уже что-то делать, вот если вы прошли вот это все, да, вы дошли до этого слайда, да, вы неизбежно станете золотым директором. Основную проверку на успех вы прошли. То есть вы, да, какое-то намерение, вроде захотели зарабатывать, увидели, вам выслали информацию, что можно, что да, вот, и вы идете, вот, кто сейчас на этом этапе, что вы уже совсем согласны, что рекрутировать надо, хорошо, будем рекрутировать, заказы делать надо, хорошо, будем делать заказы, да, кто на этом этапе, скажите, поставьте, я, напишите, да, вот. Есть у нас люди, которые, ну, вы на этом этапе, ну, вы дошли на вебинар, смотрите, вы уже большие молодцы, вы сегодня пришли на вебинар, когда сегодня последний звонок, и все с детьми где-то отдыхают, да, вы сегодня пришли, молодцы, вот поверьте сегодня моему слову просто, да, вы неизбежно станете золотым директором, вот просто уже другого не дано, девочки, мальчики, да, потому что вы не сможете спокойно жить, я вам честно говорю, вы даже если себе решите, что вы не будете работать там месяц-два, вы не сможете спокойно спать, потому что вы будете знать, что вот там девочки такие же обычные люди зарабатывают, ездят отдыхают, вам эти фотографии будут всюду мелькать, да, в социальных сетях. И вы потом поймете тык-мык, что а что другое, что сейчас другое. Я, кстати, вчера, когда готовила вебинар, вот, я набрала доход директора Oriflame. И знаете, что мне выскочило сразу же? Доход директора Oriflame и доход директора Газпрома. Вот сразу выскочило два, то есть, да, вот организации, две организации выскочили. Вот, то есть, кто больше всего набирает в поисковиках, да, тоже ж обычно и выскакивает. Вот, директор Oriflame, директор Газпрома. Я вам скажу, что директор Oriflame зарабатывает больше. Вот, честно, директор Oriflame зарабатывает больше. И он несет меньше ответственность, намного меньше ответственность. Вот, поэтому я вас поздравляю, идемте дальше. Давайте будем смотреть, что вас дальше ждет. Если вы будете дальше фокус держать на том, что я вам сейчас покажу, поверьте, вот все как, да, как делать, как эти странички, как справляться с хочу, не хочу, страшно, не страшно, вот это все, вы забудете об этом, это у вас пройдет, проскочит. Вот, смотрите, что у нас получается дальше. Вот начинается самое интересное. И вот я вам скажу это в буквальном смысле слова так. Вот с компьютера начинают вам сыпаться деньги. Только вы прошли вот эти все испытания, только вы решили, что да, я хочу, да, я буду работать с людьми, я буду обучаться, да, друзья. Чтобы получить какие-то новые финансы, да, новые доходы, выше доходы, необходимо знать информацию, необходимо иметь навыки определенные, которые вам помогут дойти к этому результату. А просто так эта информация, если смотреть сериалы, да, ясно, что ваша голова будет наполняться сериалами. Вот, а если смотреть наши вебинары каждый день, ясно, что вы хотите, не хотите, вы начнете рекрутировать, начнется получаться, если вы будете смотреть, вот и все. Смотрите, что дальше происходит. Я уже могу это говорить с уровня, да, золотого директора, потому что сейчас у меня вот в этом году, да, такой был очень яркий 2015-2016 год. Вот 2013-2014 я хорошо поработала, наработала, да, вот этот уже пассивный доход. Вот с тем компьютером, с которого вот эти деньги высыпаются постоянно, да. И вот сейчас уже с уровня золотого директора я могу все это показать на своем личном примере. Итак, так как мы помогаем вам строить бизнес, да, мы рассказываем именно уровень минимальный, да, это минимальный уровень золотой директор, это мини-минимальный уровень. Вот только вы поймете, у вас пойдут регистрации, веточка одна, вторая уже на 6-9%, еще две веточки сразу подключаете, вот, все, сапфировый, бриллиантовый, это вот то, вот бриллиантовый директор, на что надо сразу ориентироваться, да, но чтобы пока научиться, чтобы вы на ножки стали, да, возьмите, начните две веточки сначала. Директор, дальше, золотой директор, да, то есть премии,
Что-то такое, вот просто вот так цифры неинтересно. Сейчас буду показывать, чтобы было интересно вам, да, что это такое. Это банкеты директоров, это вот эти лимузины, вот эта вот красота, вот этот один день, который вам ваше сознание переворачивает, когда вы видите, сколько этих людей, и каждый смог, и у каждого свои проблемы, и инвалиды у нас, и глухонемые люди, и то есть люди разные, да, разные. Вот, ни у кого не было там, понимаете, сюда приходят не от хорошей жизни, ни у кого не было там папы Ротфеллера и так дальше, да, вот ни у кого не было, каждый боролся сам с собой, это самое главное, вы знаете, я когда вот Аню поздравляли в прошлом году, я говорю, это просто победа над собой, вот такие большие уровни, это победа над собой, потому что даже когда вы идете вначале до золотого директора, вы и людям помогаете, но это уже такая подушка безопасности, вы для себя стараетесь, когда уже пошли деньги, да, вот, это вы уже для людей работаете. Потому что, когда есть деньги, уже сложнее дальше, потому что, ну, уже пришли к чему хотите, да, вот, к какому-то, ну, такому, скажем так, ну, хорошему такому же доходу, уже пассивному уже пришли, вот. А вот эти уровни уже за бриллиантовые, да, там уже денег, ну, на все хватает, друзья, это миссия уже, да, это уже миссия человека. Вот, вот сейчас вот я в такой прострации проходила, то есть, насколько, да, вот это выявлять у себя желание служить людям. Потому что здесь, в этом бизнесе, да, мы служим людям. Если, например, новичок спросил, вы ему ответили, да, вы ему сделали хорошо. А если вы поленились, да, он уйдет, этот новичок. Да, если вы вложили энергию, вы не поленились, пошли, спросили спонсора, как там ему ответить, хотя вы сами еще не понимаете, да, но вы ответили, вы вложили энергию, вы позаботились о другом человеке. Вот, знаете, вот очень важно в этом бизнесе с первого дня не думать о себе. Не думать о себе. Золотой директор я, девочки, я золотой директор. Не думать о себе, а думать о людях. Вот как, чем больше вы будете думать на людях, и когда вы будете думать о людях, вы будете расти. Как только вы начнете думать о себе, мне мало, мне не хватает, мне то, мне сё, вот вы будете останавливаться. Это по своему опыту говорю, думаем только о людях, да, как им преподнести информацию, как им донести информацию, чтобы они разобрались, чтобы они поняли, позвонить, рассказать и так дальше. То есть банкеты директоров, да, это вот поздравления, вот эти сумасшедшие эмоции, да, концентрация вот этих людей, мощных, сильных, людей, которые победители по жизни, да, мы все победители по жизни, потому что мы уже родились на эту землю, да, все знают, сколько сперматозоидов идет, да, чтобы один сперматозоид пробрался, и мы родились, да, это уже большущее чудо, вот, поэтому мы все победители по жизни, просто на каком-то этапе нам кто-то сказал, что у тебя что-то не получится, где-то нам кто-то сказал, что у тебя там что-то не выйдет, да, и вот вы в это поверили, вот, и сегодня я вам хочу сказать, что у вас выйдет, у вас 100% все выйдет. Ищите вот эту силу внутреннюю, она у вас есть, в каждом из вас она есть. Ищите ее в себе. Ну мы все родились сюда, чтобы быть счастливыми в первую очередь, не мучиться. Нам тоже еще в голову многие вносили, да, что надо постоянно мучиться, постоянно страдать. Нет, я вам скажу, что больше мы не должны страдать, мы должны радоваться только. Поэтому эту радость нам надо самому создавать, потому что, ну, наши государства, они нам другое создают. Ну, слава богу, есть вот Арифлейм, где можно это создать. Красные дорожки. Красные дорожки вот такие, да, по которым вы проходите и вас чествуют. Вот эти все столы, вот эти все банкеты, друзья, вы знаете, вот эти все мелочи, они очень многого стоят. Когда ты себя чувствуешь, да, действительно человеком. Вот мы сейчас, был у нас банкет менеджера в Одессе, проходил 14 мая. Вот, и был банкет в ресторане «Ренессанс», одном из самых красивых ресторанов Одессы. Вот, я много тоже где была, в очень красивых отелях была, и много где тоже мы кушали, но я удивилась, такого я еще не видела. То есть мы когда сели, да, вот все девочки подтвердят, кто был в Одессе, поставьте плюсики, да, вот нам официанты, да, на ноги стелили салфетки. И если у тебя салфетка падает, они подбегают и опять вам застелят вот эти салфетки, да, и в белых перчатках вас обслуживают, вам все рассыпают, наливают. То есть это... Вот вы понимаете, что не зря вы там, да, сидели в этом интернете, да, вот делали, как получалось, не получалось. У всех не получается. Ни у кого не было так, чтобы все гладко, что это нормально. Вот. Но ты понимаешь, что, в принципе, да, можно дальше двигаться. Вот, это приятно. Да, высшего разряда. Да, не надо думать, почему. Если вы будете думать, что не получится, ну не получится. Что, какой выход от того, что не получится? Ну все останется на своем месте. Друзья, все останется. Вот вы сейчас сидите в квартире, она вам нравится? Вам нравится ремонт, где вы находитесь? Нравится?
кому не нравится то место, где вы сейчас меня слушаете. Те условия, в которых вы живете. Это вот такое элементарно, да? Кому не нравится та еда, которую вы сегодня кушали. Вы знаете, ну вот с этого надо начинать. Не нравится, вот. Вот если не нравится, вы поэтому здесь, поэтому вы слушаете. Вот смотрите, у тысячах это получается. Да? Чем вы отличаетесь от тех, у кого это получается? Ничем, я вам честно говорю, ничем абсолютно. Просто что вот одним маленьким моментом, да, пока вы не можете поверить, да, что это возможно. А вы просто верите или не верите, вы себе каждый день проговариваете, что у меня получится, я заслуживаю этого, у меня все выйдет. И вот как вы верите, не верите, просто делайте. Делайте, 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 и вы увидите результат. А, волосы. Орифлейм же мою, конечно же. Яблочный шампунь. Смотрите, дальше у вас начинается путешествие. Да, путешествия бесконечные. То есть вы можете путешествовать уже за счет компании, вы можете путешествовать за свой счет. То есть в прошлом году это у нас была Валенсия, Испания, прекрасная, прекрасная страна, то есть город, просто город великолепный. Очень красивый, да, вот смотрите, это вот не открытка, это все, это фотографии оттуда. То есть, ну, я много посетила стран, но вот Валенсия мне очень понравилась, потому что такая нестандартная архитектура, такой футуризм очень впечатляет. Вот это вот нас так чествовали уже на золотой конференции в Испании. Это вот уровень золотого директора. Это я вам показываю то, что уже вам позволит, да, уровень золотого директора. В прошлом году вот я посетила еще тоже Венецию, Сицилия. Мы с мужем ездили на гастроли. Но чем приятно? Я приезжаю, и я на карточку получаю свои деньги. Я не отпрашиваюсь ни у кого, да. Я не говорю, что мне надо там куда-то уехать на гастроли или тому подобное. Я еще музыкант, я консерваторию закончила. Поэтому у нас еще периодически бывают поездки по моей специальности. Вот. Но я поехала, и я не теряю деньги. Я все равно приехала, получила свои деньги. То есть у меня такая была мечта, чтобы я могла путешествовать, да, и деньги мои были возле меня, только увеличивались. Вот. Дальше. Машина. Это вот машина получилась за премии золотого директора. То есть, смотрите, если вы сейчас ставите себе цель золотой директор, на директора я вышла за 6,5 месяца, на золотого директора я вышла чуть-чуть больше, чем за год. Вот. Получила 6500 долларов у меня премию. Там тогда еще была двойная премия за директора, вот сейчас этого нет. У вас получится сейчас на золотого директора, да, чистыми, да, 4500 долларов у вас получится. Если вы вышли на золотого директора, это просто премии, да, это еще без дохода. Вот, поэтому вот такая получилась машина, да, это тоже мы купили, все, это уровень золотого директора, просто золотого директора. Это еще не исполнительный даже, да. Вот. Вот мы вернулись, были мы 6 мая по 13 мая, мы были в Турции, мы поехали просто с семьей, уже за свой счет купили путевку и поехали с детьми. Вот ускорили себе лето, да, вот буквально вот-вот недавно, еще у меня загар весь облазит. Вот, поэтому очень приятно ездить уже за свой счет. И пассивный доход идет, вы понимаете, вот идет, вот сейчас вот опять, да, пришла смс-ка, опять, вот, ну, вот сейчас глобальный отчет пришел, вот опять будет. Я там работала, не работала, да, пока уезжала, то есть ясно, что немножко надо тоже отдыхать и научиться наслаждаться, да, тем, что ты умеешь. Это тоже, оказывается, надо учиться этому, вот. Да, я в окружении мужчин, вот, в Кемере, да. Да, спасибо. Вот, поэтому, смотри, это жизнь золотого директора. Дальше пойдем сейчас жизнь сапфирового, бриллиантового директора, исполнительного директора. Я немножко перескакиваю здесь звание, да, это вот эти ваши картинки, слайды. Что, да, что дальше можно? Вот это вот уже жизнь исполнительных бриллиантовых директоров. Это поездки вообще класса люкс. Это самые крутющие отели мира. Самые крутющие. Это вот было Абу-Даби, да, это было Коха, не помню, как правильно, да, исполнительная конференция. Это вообще просто уже, ну, как говорится, уму непостижимо, да, вот это мои уже следующие цели, к которым я иду. Вот, это сказочная жизнь, девочки, мальчики, это просто уже сказочная жизнь. И она зависит только от того, что сегодня уделили вы час работе или не уделили. Сели вы сегодня поработали или телевизор посмотрели. Вот сейчас вы этот вебинар послушали или нет, да? Выслали запись вебинара своим новичкам или не выслали? Рассказали, например, перед этим вебинаром, что посмотри, не просто ссылку скинь, да? А посмотри, открой этот вебинар, посмотри, дайте сделать какой-то промоушен, рекламу этому материалу. Вот.
Вот смотрите, да, вот Анечка наша, это вот исполнительная конференция. Вот такая жизнь вот у бриллиантовых директоров свободная. Совсем свободно, потому что, ну, денег там уже хватает, я вам скажу, я так себе предполагаю, что на все. Но оно, конечно, с каждым уровнем все равно все мало, да, человеку, потому что новые идеи появляются, новые какие-то цели. Вот, машина в подарок, вот это Oriflame. Смотрите, лестница успеха, да, вот выберите себе ту цель, те деньги, напишите себе ваши все желания. Знаете, вот недавно тоже мне моя менеджер Ирочка Балаклеева порекомендовала классную аудиокнижку, я не помню даже автора, ну, кому будет интересно, я в директорский чат кину. И там книжка, там было рассказано, что надо записать себе 5000 целей. Вот я всегда работала, у меня было, ну, максимум 300 целей моих личных, да. Там уже не знаю, что придумать. А это, друзья, 5000 целей. Вот возьмите и напишите за сегодня, за завтра. Причем там всякие такие нюансы, не только финансовые, а все, что вам, все во всех сферах жизни, в здоровье, в личностном развитии, да, с детьми отношения, все, 5000 целей. Вот тогда, и вот она объясняет, что если у вас будут вот такие цели, вам будет проще все даваться. Вы не будете концентрироваться на маленьком, да, вы будете концентрироваться на более большом. Конечно, да, надо разбивать это все на маленькие чертежи, да, чтобы не думать, что все равно это ничего не получится, не буду к этому стремиться. Вот. Но вот записать надо, увидите, что будет происходить дальше. Что еще здесь? Миссия проекта, только помогая заработать другим, заработаешь сам. Да? То есть это наша миссия с вами, и она очень важна, это очень важно, что проект построен именно на этом. И надо это помнить всегда. То, что я вам говорила, да, необходимо помнить об этом всегда. Это wellness, да, немножко слайды не те здесь у меня пошли. Вот wellness, это наши картинки с похудением, да. Кто-то для себя увидит Oriflame просто как для возможность похудеть. У нас сколько вариантов, сколько уже людей похудели, да, на wellness, на правильном питании. Это здоровье вас и вашей семьи. Это тоже очень важно. И в это стоит инвестировать, да, инвестировать даже тоже личное потребление, деньги, чтобы быть здоровым. Дальше. Вот, не те слайды у меня пошли, там еще были слайды. Ладно, расскажу вам. Смотрите, что еще. Уровень бриллиантового директора и выше, да, что вам открывает, какие еще возможности? Вы становитесь свободным человеком. Вы можете творить. Понимаете, наша задача, мы здесь как говорится, подобие Бога, да, сотворцы. Вот. И все, что мы творим в нашей жизни, да, только по знанию или по незнанию, вот, то и мы получаем в материальном виде. Вот. Поэтому что здесь еще? Вы можете развивать различные источники дохода. Например, если вы уже заработали здесь деньги, да, пожалуйста, хотите открыть какой-то еще бизнес другой, открывайте другой бизнес, у вас будет уже, будут финансы, во что вложить, да. Вы хотите заниматься каким-то хобби, да, вы хотите заниматься благотворительностью, чем угодно. То есть у вас расширяется очень сильно поле деятельности, чем вы еще можете заниматься в своей жизни. Там уже фантазия, да, очень-очень большущая. Вот, поэтому, друзья, да, вот, ну, все-таки не все слайды у меня, конечно, ладно. Значит, так надо. Вот, у меня, в принципе, на сегодня все. Вот, и, конечно же, одно пожелание, что будьте счастливы, да, старайтесь быть счастливым каждый день, радоваться, благодарить за то, что у вас есть сегодня. Если вы будете благодарить за то, что вы имеете сегодня, да, у вас будет все больше и больше проходить. Работайте над собой. Это самое сложное. Поверьте, все вебинары по рекрутингу, по всему, они будут давать вам эффект, если вы будете верить в себя. Если вы будете знать, что вы уникальный человек и что вам все под силу, вам просто все под силу, вы сможете пройти все вот эти преграды, которые есть, да, это проверочки, это просто проверочки. Хотите ли вы этих денег, справитесь ли с этими деньгами потом дальше или не справитесь, как вы с ними сможете распоряжаться, да, правильно ли вы будете, да, вот всем вот эти, это энергии, деньги — это энергии, поэтому необходимо научиться правильно ими руководить, да, можно сказать. Вот, поэтому желаю вам, конечно же, счастья, желаю вам хорошего, продуктивного лета, желаю, чтобы за это лето у вас много выросло директоров в ваших командах, и вы, кто у нас новички, тоже выросли, верили в себя, вот просто каждый день смотрите на себя в зеркало и говорите, что вы для себя самый главный человек, что вы себя любите, вот, потому что если вы будете себя любить, вас люди будут любить. Если вы будете себя критиковать постоянно, люди это тоже чувствуют, понимаете, они чувствуют, они не хотят к вам идти. А если вы будете говорить, что я люблю себя, я люблю людей, да, они будут к вам открываться, к вам приходить в команду, да, и чтобы вы с ними вместе работали. Все, друзья, хорошего настроения, да,
хорошего лета, удачного вам и любви, любви, любви во всех аспектах вашей жизни. Все, пока-пока!